Итак, друзья, сегодня радеечка японская. Не знаю, наверное, 90-х. Но она как-то странно себя ведет. Может, что-то с контактами. Работает только на батарейках. Я думаю, скорее всего, что 90-е. Сейчас, если мы с вами ее вырубим. Вот сейчас работает. Но в каком-то положении, может, не работает. Может, что-то с контактами. Ну, так работает. Тут что-то с диапазонами. Вот FM. Угу. Ну, вроде так. Итак, продолжим, ребята. Пришел клиент. Логарифмическая линейка. Но вот эта линейка, она как новая. Но вот эта идет дороже линейка. Это я только купил ее. Она вот в таком чехле. Вот это дороже. Не знаю, скорее всего, из-за того, что завод-изготовитель другой. Еще вот такая есть. Я уже выкладывал часы. Это Омега с японским механизмом кварц. Они шли и перестали идти, что-то с контактами. Цена будет недорогая. Недорого. Ну, вот такие приобретения. Группа в Telegram. Заходите, пожалуйста. Там есть у нас бесплатные. Вы можете выставлять товар, продажа, покупка. Также у нас есть обучение по антиквариату, средства для чистки монет, пиар ваших неокрепших девственных каналов.